Вот так по лазерному уровню мы можем дать любые отметки. И тем более сделать перегородку. Вот он всяко бьет. И туда тоже. И покажу вам, как получится у нас, какая перегородка здесь. Брус это для закладных в профиль под дверь. Гипсокартон. И вот такой лазерный уровень на треноге. Я думаю, он очень нам поможет в дальнейшем строительстве. Вот так вот. Ну вот, закрепили по лазерному уровню вот так профиль. Поставили профиль 60. Он как стойка пойдет. Деревяшка это под дверь закладные. Потом ставим 60 профиль как направляющий. И обшиваем гипсокартоном. Потом вам все покажу, как получилось. Вот так классно у нас получается. Вот что у нас получается. Вот так мы обшили гипсокартоном. При этом ни один саморез у нас не упал. Вот столько мы закрутили семечек, так скажем. Клопов, кто как их называет. Вот такой крепеж. Все, и вот сюда сейчас мы запихаем изолер стекловату, чтобы зашпаклевать флюгенфюллером. Все, сейчас вот сюда мы зашьем и потом с той стороны.